Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро. Ходыш Тов. Значит, сегодня у нас Рош Ходыш месяца Ав. Доброе авское утро. Есть, называют его Менахем Ав, утешающий Ав. Значит, это месяц, сейчас начался, такой считается, полмесяца тяжелый будут. Так говорит наша традиция, что полмесяца, первая половина месяца, до 9 ава будет тяжело, потом 10 уже начнет улучшаться. И дальше будет только улучшаться, улучшаться и улучшаться. Хорошо, дорогие друзья, все, мы продолжаем изучать Тору, потому что, как говорил царь Соломон, что это жизнь наша, продолжительность жизни. И слова Торы это как тем хаену, жизнь наша, в орахимену, и долгие дни наши. Все, всем шалом. Значит, книга Айом-Йом. Говорит нам книга Айом-Йом, что выдающимся качеством Машеха является скромность. Значит, как известно, мы ждем Машеха. Машех это человек, можно сказать, да, то есть это человек, помазанник. Да, само слово переводится «помазанник». Да, мы ждем помазанника. Все ждут помазанника Машеха. Очень Машех, как Моше Рабейну был. Моше – это его вытащили из воды. И Машех будет... Надо, кстати, узнать вот этимологию слова, откуда это слово взялось, Машех. То есть это связано ли это с Моше Рабейну, или это Машех – это как тот, кого помазали, помазанник. Узнаем. Здесь написано, что выдающимся качеством Машеха является скромность. То есть самое его главное качество, которое будет отличать этого самого выдающегося человека, который будет олицетворением перехода мироздания в новый этап своего развития, самым его выдающимся качеством будет скромность. При всем своем истинном величии, то есть его величие будет невероятное, потому что он будет как раз... посланец Всевышнего, через которого Всевышний сделает следующий этап изменения мира, как было через Моше Рабейну. Так теперь, несмотря на его выдающееся величие, главным качеством это будет скромность и битуль. Битуль это самоубирание своего эго. У него эго не будет. Ведь ему придется учить Торе, также и простой народ, и всех. То есть через него будет идти Тора. А Тора, как известно, она, чем больше у человека битуль, убирание своего эго, тем в нем больше Торы. Я когда-то читал книжку, называется «Сила настоящего». Это Экхарт Толле. Он рассказывал, как у него в какой-то момент от боли, то есть он себя просто, настолько он свое «я» ненавидел, и настолько он свое «я» не принимал, что ему вообще он просто... готов был уничтожить себя, хотел уже закончить жизнь самоубийством, настолько он себя не принимал. И как-то он проснулся, у него его «я», как он пишет, упало, ну, то есть исчезло. И он говорит, я соединился с каким-то таким невероятным светом, что 2 года я просто ни с кем не разговаривал, а просто наслаждался этим светом. И такое это было наслаждение, что просто невероятное. Представляете? Вот... возможно, что когда у человека его эго отпадает, его уже ничто не может обидеть, его ничто не может расстроить. Он ничего не боится, он ни о чем не волнуется. И это как раз то, что ищут буддисты, они это ищут, да? Говорят, вот мы, буддисты, мы это ищем, чтобы отказаться от желания, отказаться от своего эго. И это тоже это то, что нам Тора говорит, что это то, к чему надо стремиться, убрать свое эго. Только совершенно разные методики. У них это убрать желание в принципе и отключиться от этого мира, а у нас присоединить, а у нас наоборот, у нас совершенно другой метод, это убрать свое «я» перед желанием Всевышнего. То есть у нас метод такой, что нужно свое «я» убрать, а что останется? Останется только воля Всевышнего. Очень, очень понятно и интересно. Да? Останется воля Всевышнего, и ты выполняешь, то есть ты растворяешь свое «я», выполняя волю Всевышнего. Понятно, да, как работает? Все.
Хорошо, двигаемся дальше. И у Машеха это будет. Теперь вторая книга называется «Обретение неба на земле». И здесь нам говорит Бааль Шем Тов, важное поучение Бааль Шем Това. Будь простым, серьезным и распространи эту простоту на все, что ты делаешь. Простота – хранилище для Божьего простого единства. Значит, здесь нам говорит Бааль Шем Тов, это основатель хасидизма. Он говорит так, что вот в жизни надо стремиться к простоте. Вот к вещам очень простым, понятным, да? Вот чем ты занимаешься? Спроси обычного человека. И он запнется обычно, да? Он скажет, ну как, чем я занимаюсь? Живу. А зачем ты живешь? Ну не знаю. А что ты сейчас делаешь? Вот это. А для чего? Ну, то есть у человека очень жизнь запутанная и многовекторная. А что такое простота? Спроси человека религиозно, ты зачем живешь? Выполняю волю Всевышнего. А зачем выполняешь волю Всевышнего? Потому что Всевышний сказал так. Он пожелал, чтобы выполняли его волю. А зачем его волю выполнять? А потому что он Бог, он творец мироздания, он мне дал жизнь и все его. Все понятно. Простая. А как жить надо? Вот, пожалуйста, Шулхан Арух, вот воля Всевышнего, Тора. Делай раз, делай два, делай три. А почему? Бог сказал. А может по-другому? А зачем по-другому? То есть это Бог сказал, а это по-другому, кто сказал по-другому? Захотелось. То есть появляется путаница, понятно, да, идея? Бааль Шем Тов сказал, что нужно жить простой жизнью, просто, понятно, все. Теперь давайте это соединим. Для того, чтобы принять божественный свет и принять волю Всевышнего, да, и начать ее выполнять, нужно отказаться от своего эго, да, убрать свое я, убрать свое эго. Теперь, если ты убираешь свое эго, тогда у тебя наступает момент простоты такой, понятности, все становится просто. И ты, простота – это хранилище для Божьего простого единства. А есть те, которые любят усложнять, да, вот есть люди, которые очень любят все усложнять, они вот такие выстраивают концепции, там какие-то концепции, есть еще такое слово, абстрактные комбинации, все эти философы, которые пытаются там что-то выкруживать. Есть такие философы современные, у них одно предложение полстраницы. То есть я вот даю гарантию, что сам этот философ, когда он к концу предложения доходит, он не помнит, что он вначале сказал. И есть люди, которые пытаются это понять, там этими словами тоже перекидываются. Все это такое запутанное и сложное, что лучше этого не делать. Теперь, а что делать? И вот тут у нас недельная глава, которая сегодня очень сложный отрывок. Да? И вот на этот вопрос, а что делать? Разобраться, что Бог от тебя хочет. И это занимает время, это занимает усилия. Что является результатом? Результатом является, что есть Мишна Пертья, вот что «Коль амикабеля лав оль Тора», что каждый, кто принимает на себя ярмо Торы, «Маверим мэмэна оль Малхут воль Дерехерет», с того снимают ярмо Малхута, это ярмо царства, и ярмо Дерехерет, забота о пропитании. То есть человек, он все время находится в каком-то ярме. Вот в этом мире все находятся в ярме. Пока он ребенок, его заставляют там что-то делать, учить и так далее. То есть им управляют взрослые. Потом он стал взрослым, он обязательно там на кого-то работает или от кого-то зависит. Он стал богатым, думает, все, я сейчас стал богатым, независимым. Тут бах, пришла налоговая, пришли бандиты, пришло государство. Он думает, все, пойду в политику. Пошел в политику, тут война началась. Он думает, блин, когда же я буду свободным? Когда наступит момент свободы? А момент свободы не наступит никогда. Никогда. Единственное, что нам есть выбор. Или ты рабу Всевышнего, и ты тогда, выполняя волю Всевышнего, ты освобождаешься от всех остальных проблем. Или ты сбрасываешь с себя ярмо Всевышнего, и в этот момент на тебя наваливается, какое-то ярмо обязательно наваливается. Понятно, да? Чтобы всем было рифуа шлема. Или ты, можно простой пример, или ты занимаешься там 2 часа в день своим здоровьем и профилактикой, или ты не занимаешься своим здоровьем, как придется, а потом бах, заболел, не дай бог, и больница.
То есть есть, опять же, есть разные комбинации, потому что нельзя так в этом мире все вообще неоднозначно, все на полутонах, все на каких-то таких, знаете как, ну все на полутонах, на каждую точку в пространстве, на каждое событие влияет сотни разных векторов, да, духовных, материальных, воля людей, выборы людей и так далее. То есть мир очень многовекторный. И, ну, когда ты знаешь законы, и ты в большинстве, как бы, да, в большинстве векторов ты двигаешь в одном направлении, то Тора нам говорит, и гатава мацата таамин, если ты старался и нашел верь, то есть если ты прилагаешь массу усилий, путь, по которому человек хочет идти, ведут его, то Всевышний тебя ведет по этому пути. Теперь давайте изучаем Тору. Сегодня в главе, глава Масей, та же глава. Сегодня шестой день как раз главы, вечером наступает Шаббат. Всего глава каждая разделена на семь отрывков. «Ведебер Ашем эль Моше лемор». «И говорил Бог Моше, говоря». «Дабер эль бне Исраэль, ваамар талеем». «Скажи сынам Израиля и скажи им». Вот это «дабер» и «ваамарта» это два выражения. «Скажи, расскажи», как на русском можно, например. «Скажи, расскажи». Или «я говорю», «я рассказываю», «я...» ну вот, «говорю» и «рассказываю». Да, наверное, так больше. Значит, «Вайдабер Ашем Эль Моше». «И говорил Бог к Моше Лемор, говоря». Значит, что это «говорил, говоря»? Это два разных слова на иврите. «Говорил», он ему давал текст. А говоря, он ему в него в голову вкладывал сразу объяснение этого текста. Да? Разъяснение. Можно сказать, сказать и разъяснить. Вот здесь так. И говорил Бог Моше, разъясняя. Так лучше было бы перевести. Скажи сынам Израиля и скажи им. Опять же, то же самое. Скажи сынам Израиля и разъясни им. Киатем оврим это Иорден арцакнан. Что вы переходите сейчас реку Иорден на землю Кнаан. То есть вот этот вот момент перехода после 40 лет в пустыне, переход в землю Израиля, это был такой принципиальный рубеж такой, да? То есть сейчас, например, мир тоже находится на каком-то принципиальном рубеже. И каждый из нас, вот мы пережили, конечно, за последние годы, 20-й год это было корона, да, вообще совершенно изменение полностью формата жизни. Потом, казалось бы, уже корона, уже только начали выходить из короны, так вообще стало... Знаете, уже можно там летать куда-то, стало как-то двигаться. Только вот, я еще помню, буквально полгода назад там по 1000 человек в день умирало. Да, 1000 человек в день умирало, но была реально эпидемия. И тут вдруг бах, война. Вообще опять все изменилось. Еще более кардинально. И он говорит, Бог Моше Рабейну, ты разъясни сынам Израиля, что вы сейчас переходите Иордан на землю Кнаан. То есть вы сейчас... переходите, у вас сейчас переход совершенно в новое состояние, в новое качество, совершенно в новое. Значит, и дальше он им объясняет, в сегодняшнем отрывке объясняет определенный закон. Значит, вы критем лахем арим аре миклад. И вы определите себе города убежища, чтобы туда мог убегать убийца, который убил человека неумышленно. Неумышленно. Значит, и будут Ваюлахем Аарим Лемиклат, и будут вам эти города убежищами, Мегуэль Вело от мстителя, от кровного местника, да, от того, кто делает кровную месть. Значит, и не умрет Вело Ямут Аруцех от Амдолифней Айдали Мишпат. И не умрет убийца, прежде чем предстанет перед общиной на суд. Значит, мы сейчас живем в таком, ну, каждый человек живет в некой такой концепции, набор правил. И большинство людей в современном мире уже привыкли к тому, что нет кровной мести. То есть мы как бы так воспитаны, что ну вот, ну как бы прощать надо, да, надо прощать. Есть суд, есть милиция, есть полиция, есть специальные люди. Но раньше, и до сих пор даже есть, например, некоторые народы, чеченцы, там, арабы, у кого осталась кровная месть. То есть они как бы с детства воспитывают ребенка, что если твоего родственника кто-то
убил, ты должен убить. Все, нет вариантов не убить. И так же, как для нас естественно и органично, что если кого-то, не дай бог, убили, что должна разбираться полиция, там, милиция и соответствующие органы, то для них было в то время и сейчас органично кровная месть. То есть и Тора, видите, это разрешает. Но если убийца убил неумышленно, то дается время ему убежать в этот город-убежище и там предстать перед судом. Но если кровный местник его сразу увидит, то он его убивает и его за это не судят. Почему? Потому что Тора знает, что человек не может выдержать в этой ситуации. То есть, видите, в то время, хотя, как мы сейчас видим, по закону может выдержать. И на сегодня, вот с детства, если воспитывать человека, что нет кровной мести, то он не будет мстить. Понимаете? Потому что иначе бы войны бы не останавливались никогда. Пока не вырезали одну из сторон, война бы никогда бы не останавливалась. Значит, и раньше были такие войны. То есть были войны полностью на уничтожение. Вот если какая-то страна побеждала, она должна была вырезать всех своих врагов. Потому что иначе кровная месть, иначе они подрастут и придут опять войной. И это будет процесс бесконечный. Поэтому те, кто побеждали, они уже вырезали полностью всех. Значит, Бог сказал дать 3 города по эту сторону Иордана, 3 города-убежища и 3 города на земле Кнаан. И городами-убежищами будут они. Устная Тора нам разъясняет, что почему, если всего 12 колен, на той стороне Иордана было 2,5 колена, а на этом получается 10 колен. Почему разделили землю 9,5? Почему землю получилось, почему по 3 города одинаково? 3 города на 9 колен и на 9,5, и 3 города на 2,5 колена. И устная Тора объясняет, что за пределами земли Израиля и те колена, которые там остались, да, они были более агрессивные. У них количество неумышленных убийств, оно было такое же, как в 9,5 колен на земле Израиля. То есть тоже есть разные менталитеты у народов, и даже здесь это один народ, но разные рода и разный менталитет. И вы знаете, интересно, вот можно было бы подумать, что ну как это вообще, как, почему они разные? Есть в Казахстане, насколько я знаю, есть 3 джуса, это называется, 3 рода. Младший джус, средний джус и старший джус. И до сих пор сохраняется вот это вот деление, к какому ты роду относишься. Старший, средний или младший джус. И люди занимают там посты какие-то и так далее. В основном управляет старший джус. И это деление сохранилось до сих пор. В современном мире тоже. Представляете? Теперь дальше. Значит, для сынов Израиля, для Дера, для сынов Израиля, для Дера, для пришельца, того, кто принял иудаизм, и для Тошав Бетохем, и для того, кто живет среди вас, Тиена, Шеш, Аарим, будут эти 6 городов убежищами, чтобы туда мог убегать каждый, кто убьет неумышленно. То есть эта тема, она, видите, она очень важна в Торе, потому что жизнь человека это является самым ценным. Интересно, что практически все заповеди отменяются, чтобы сохранить жизнь человека. Даже шаббат отменяется. То есть все отменяется, чтобы сохранить жизнь. То есть жизнь, получается, она важнее, чем все остальное. Кроме 3. 3 заповеди, они не отменяются даже под угрозой смерти. Идолопоклонство, разврат и убийство. Понятно, да? То есть, если говорят, например, кому-то, убей его, или мы убьем тебя, нельзя убить. Или скажут, служи идолам, или мы убьем тебя. Нельзя служить идолам. Значит, хорошо. Двигаемся дальше. Поэтому так подробно это все объясняется. Дальше разъясняется нюансы, как узнать, это умышленное было убийство или неумышленное. Например, если он его ударил металлическим предметом, и он умер, то убить надо убийцу. Да? То есть тот, кто пришел с металлическим предметом, с этим самым, с мечом, отрубил другому голову, его потом говорят, ты же убил его. Он говорит, а вы знаете, случайно, неумышленно, не хотел убивать.
Вот видите, тут прям прямым текстом написано, что если он его убил железным предметом, который предназначен для убийства, он не может сказать, что это неумышленное было убийство. Это как ты ему голову отрубил и говоришь, что ты не хотел его убивать? Понятно, да? Дальше. А вот если он его камнем ударил, но тоже смотрят, от этого камня можно умереть или нельзя? Тоже умрет убийца. То есть убийцу надо убить, потому что он его стукнул таким камнем, которым можно было убить. А если он его стукнул каким-то случайно камешком, таким, которым легеньким, тогда нет. Хорошо, друзья. В общем, дальше вы можете скачать. Видите, внизу есть ссылочка. Скачать, поизучать. Сегодня начинается чтение, опять книга Таилим, псалмы есть на русском языке. Вот с первого псалма, и каждый день в этой книге выходят псалмы. Ее можно читать прям очень... Целый день можно эту книжку читать, и там есть что изучать. Поэтому мы на сегодня пока останавливаемся. Желаю всем шаббат шалом. Желаю всем, чтобы с каждым днем все больше и больше времени вы уделяли тому, чтобы приблизиться ко Всевышнему и выполнить его волю. И через это вы соединяетесь со Всевышним, и Всевышний будет вас защищать, помогать, обеспечивать, даст здоровье, все, что вам нужно, вам даст Всевышний. Все, шаббат шалом, удачи, успехов. Всего хорошего.